Если вы сейчас поцелуетесь, будет очень крутой кадр. В Китае существует отдельный тип ресторанов, но это не только в Китае, но и в других азиатских странах тоже можно встретить, где ты сам себе готовишь еду. Они бывают разного типа, в основном распространены такие японские хого, это когда у тебя стол прям сделан на кастрюле, и там в ней ты сам себе выбираешь и сам варишь. А тут как бы по-другому, тут за тебя это делает повар. Вот, у тебя вот такой огромный холодильник, где ты сам себе выбираешь там овощи, грибы, значит, там мясо кто ест, значит, еще что-то. Вот, все это себе складываешь в такой вот большой тазик. После этого вот этот тазик полный, идешь вот сюда вот прям вот идешь ногами. Вот сюда вот здесь взвешиваешь, значит. Вот, а после этого отдаешь вот там вот повару, который все это варит. Вот, сейчас немножко посмотрим поближе, как он это варит. Самое интересное, что несмотря на общую доступность Китая и в целом как бы его, скажем так, даже инфраструктурную доступность, все равно по-прежнему иностранцев в Китае очень мало. Вот, даже в крупных городах их не так часто встретишь. Вот, а уж в маленьких типа этого практически ну, невозможно. Мы сейчас 3 недели путешествуем по таким небольшим городкам и селам, и ну, никого не видели еще вообще. Поэтому, конечно, когда китайцы тебя видят, они с огромным интересом это воспринимают, там, ой, сфоткаться, посмотреть и так далее. Но немного стесняются, как правило. А только мы достаем камеру, они понимают, что если мы ее снимаем, то точно абсолютно нас можно снимать. И поэтому очень часто бывает такое, что я зачем снимаю, как мы снимаем, как они нас снимают. Ну а, собственно, вот и готовое наше блюдо замечательное. Вот, вот такой вот большая, даже можно сказать, ладья, вот, которую мы сами себе выбрали. Вот, надо сказать, что получилось очень вкусно. Иногда в горах бывают такие ситуации, когда ты случайно оказываешься в 3 часах от ближайшего города, в деревне, автобус следующий обратно только завтра утром, начался дождик, гостиницы тут нет, и мы сейчас будем с дедушкой договариваться, чтобы у него как-то переночевать или что-то типа того. Нихо. Куньмин, и он из Куньмина, точнее, на север, на поезде. До Чаши Зе. Это потому, что 3 дня там это в пути у него было путешествие. И вот он запомнил на всю жизнь, как он путешествовал по Китаю. Фуди. Дзяньсу. Куньмин. В горах очень часто меняется погода. Вот мы немного приютились у только что ребят, с которыми познакомились, у дедушки и его
правнучек, как я уже понимаю, и вышло солнце. И пойдем дальше в путь. Се-се. По пути к Чалану, здесь везде чайные кусты, очень красивые, а также такие вот маленькие палаточки, где, видимо, местные жители продают всякое разное. Потому что, на самом деле, это довольно большая туристическая достопримечательность, но, видимо, мы прибыли либо поздно вечером, либо немного не в сезон, но то есть сейчас тут никого нет, такие вот пустующие скамеечки со столиками и навесики. Но, я думаю, навесики нам могут все пригодиться, потому что, похоже, дождик скоро будет снова. Перед подъемом к дереву стоит такая вот табличка, где есть как подробная информация, так и более обобщенная. На китайском, на английском нету. Мой китайский пока еще далек от совершенства, но могу сказать, что ее здесь поставили в 2008 году. Ну а также написано, что этому дереву 3200 лет. В обхвате его могут обхватить 8 человек. Но это самое большое чайное дерево на планете. Ну и вот оно, самое большое чайное дерево на планете. Вот. Это видно даже отсюда, из такого далека. Надо сказать, что оно защищено такими двумя степенями защиты. То есть одна стена, и там еще наверху каменная терраса, которая удерживает корни. Вот, помогает как бы дереву стоять вот, и жить дальше. Но судя по так, как на него видно отсюда, то есть чувствует оно себя замечательно. Вот, с него даже собирают чай. Я прочитал в одном из рекламных буклетов, не знаю, насколько это правда, но то, что при сборе полностью снимают весь процесс на видео и сборы, производства, чтобы было доказать, что это чай настоящий. И, собственно, чай продается на аукционе за очень-очень немалые деньги. Вот. Место очень красивое, но сейчас тут, к сожалению, закрыто. Ближе к дереву не подойти, можно посмотреть на него только отсюда. Ну и вот, нас пустили туда, куда обычно никого не пускают. То сюда только пускают во время сбора. Вот. Туристы обычно там на первых двух нижних площадках отдыхают. У дерева есть порядковый номер 00001. То есть это чайное старое дерево Гушуча номер один во всей Юнане и, пожалуй, во всем мире. Потрясающе. Вблизи дерево выглядит еще более величественным. Мне оно напоминает что-то такое, вот, как наши российские большие такие дубы. То есть такое раскидистое, мощное и даже издалека не очень похоже на чайное. Так же, как и во всех китайских храмах, буддийских, даосских, неважно, тоже стоит такая же курильница. Вот настолько уважительно относятся к чайному дереву здесь, то, что перед ним выжигают такие вот палочки, благовония. И мы сейчас тоже исполним традицию. Все-таки, раз мы здесь и раз мы чайные люди, я думаю, не уважать местное место и такое замечательное дерево нельзя. Вот. Только зажигалка что-то тут не очень работает. Надо мое хо! Кай, все нормально, зажигается. О. Ну вот, торжественный момент. Мы ставим великому чайному дереву наши три палочки. От всего нашего мой чая и от всех русских любителей настоящего чая передаем дереву большой-большой привет и поклон.